Так, мы снова в эфире. Сегодня тот самый день, господа. Хасан, как обычно, появится в 16:30. Мы знаем, что он передвигается с 6 охранниками. Двое остаются у машины, четверо идут с ним в отель. Один в фойе, другой на этаже рядом с лифтом. Парень снаружи у номера и один в номере. Там наша цель. У вас 4 минуты, чтобы добраться до машины и свалить. Вопросы? Хасан влезет в багажник? Еле-еле. Мотор. Ожидайте. Было совсем несложно. Как два пальца. Дасти, мы двигаемся. Хасан что-то сказал? Вот дерьмо, это я к этому. У меня его телефон и ноутбук. Вот план. Прием. Бридж, доберись до точки эвакуации как можно быстрее. Дасти, ты там на связи? Так точно. Нужно залезть в этот ноутбук отсюда. Прием. Подцеплю его к мобиле. Импортируем данные позже. Давай сейчас покопаемся. Понял. Контакты, расписание, залезьте везде, куда сможете проникнуть. Прием. Противник. Это охрана Хасана. Двигайте дальше. Дасти, не слышу тебя. Не можем оторваться от него. Вот он! Дасти, ты где? Здесь, я ищу другой путь. 6 кварталов. Как называется улица? Быстро. Айригероу, оторвитесь от них. Слишком близко, поберегись. Дасти, все готово. Законнектились. Понял, связь через спутник. Держитесь подальше от туннелей. Ты шутишь, да? Делайте свою работу. Ничего страшного. Продолжай ехать. Уклоняемся. А вам еще одна машина. Все понял. Дальше направо. А больно ведь. Черт, к вам был еще. Мазер, твоя машина как волосок на лысине. Ладно, что ты предлагаешь? Меняйте машину. Черт, они тебя окружают. Право, право. Продолжай ехать. Езжай дальше. Давай, давай. Дальше направо. Обходи его. Они заблокировали дорогу. Все понял. Он рядом с тобой. Он пытается преградить нам путь. А больно ведь. Давай, Фридж, отдай газ. Дасти, ты нам нужен. Дасти, мы на шейха Зайда. Здесь мы от них не оторвемся. Продолжай ехать. Дасти, как движение?
2 километра на север. Подождите, пока я подыщу для вас путь. Прием. Да ноутбук выключен. Ты что, брат? Здрасте, Нарогубая. Передай, что у них сотовых вышек маловато. Ничего страшного. Продолжай ехать. Пронесло, Притч. Следи за движением. Он приближается. Верните на старый Дубай, он как раз впереди. Ясно. Притч, оставайся справа. Ага, вижу. Через 200 метров направо. Притч, сейчас здесь. Он готов. Езжай быстро, Мазар, мы не одни. Банкиры столько охраны. Странно это, Настя. Об этом не волнуйтесь. Похоже, от преследования мы избавились. Как передача данных? Все хорошо. Передает медленно, но стабильно. Когда иду, уходите с открытого места. Понял. Причард, тормози. Вон они. Погоди. Погоди. Блин, что они творят? Не двигайся. Так, ребятки, люди Хасана оцепляют зону. Я сейчас передам вам видеосигнал. Там пометил вам укрытие. Езжайте медленно и не высовывайтесь. Окей, Дастин, они уходят. Они перекрыли дороги. Вам нужно направо. Укрытие на стройке. Избегайте машин, вы от них не оторветесь. Пока он проедет. Вижу впереди машину. Все понял. Покрытие за деревья. Стой. Стой. Поехали, поехали! Поехали, поехали! Что скажешь, Дасти? Погоди секунду. Все понял. Так, остаемся здесь. Черт, выезд перекрыт. Я отметил новый путь. Помедленнее, впереди люди Хасана. Понял. Отдай ходу. Двигаем. Дасти, как дела? Чисто. Жми на газ. Стой, стой. Слева враг. Все понял. Помедленнее. Ричард, приближаются ребята к отцу. Все понял. Все нормально, иди. Ясно. Все понял. Езжай направо. Укрытие на стройке. Так, остаемся здесь.
раз наводишь прич. Не думаю, что кто-нибудь нас заметил. Так, из района выбрались. Осторожнее с гражданскими. Мы потеряли связь. Надо назад на шоссе Шейха Зайда. Дасти, мы назад на шоссе. Скоро вы подъедете к стройке. Он опять за свое! Не дай им тебя окружить! Вот он опять! Стоянки через 500 метров слева. Поменяйте машину и сидите тихо. Ага, вон выезд слева. Тут дополнительный транспорт, Дасик. Быстро. Избавимся от этой развалюхи, возьмем Хасана и смываемся. Кого еще черти принесли? Дерьмо, откуда они лезут? Пошли, пошли, уходим! Ваша стоянка, тут еще машины. Мы как нам выбраться? Я вас не вижу. Отрезаны, Дасик. На верхний уровень. Прямо. Сняли его. Езжай направо. Налево.
Молодец. Дасти, убираемся из города. Используем запасную точку эвакуации. А больно ведь. Понял. Осторожно, ребята, я слежу за осадой Альдина, начальник охраны Касана. Поберегитесь, вот он. Вижу его, обходи, Брит. Слева чисто, едем туда. За него. Причер, у тебя слабый ход. Все понял. Справа. Эта песчаная буря нам поможет. Ты знал, что ты это скажешь. Ты все слышал? Какова остановка? Мы можем отделаться от двух машин. Давай, Брич, обходи его. Поосторожнее с гражданскими. Избавьтесь от него. Он пытается преградить нам путь. And no word from Mother Preacher. So tell me some good news, brother. Well, Hassan's laptop was full of it. It's like we figured. Hassan handles all the logistics. It's a little complicated, but it boils down to this. The Cleric's network uses two ships out of the port of Dubai. So the PETN found in Somalia and Yemen? Where's its source? It's not originating in Dubai. Well, we tracked the ship back to the Suez Canal. Then the trail went dead. Fuck. No, you didn't let me finish. The laptop was a treasure trove. We were able to find payments to accounts tied to Stovan Bocic in Sarajevo. No shit. Yeah, he's an arms dealer. The jihadis call him Mohandes, the engineer. A common honorific for fighters with education or technical expertise. It stuck, so I guess it feeds his ego. Feeds his wallet. How's that? Fucker's no zealot. He's in it for the cash. What do you base that on? I don't have any data supporting that. I worked with him. He smuggled arms to the Bosnians during the war and then helped us run down Serb war criminals in the mid-90s. He's a survivor, but greedy. Very greedy. No shit. Can you grab him? I know who can. He's gonna love this. Jesus, Dusty, was wondering when you were gonna call.
It's your lucky day. Recent intel points our old friend Stovan Bocek as our PETN supplier. Fuck him, Bocek. Didn't I always say he was no good? He sure did, brother. Get up there, bring him in, and I'll buy you a beer. He's got a small army up there, as I recall. I'll make it a case, then. Solid copy. Make go out. What's the Deacon Flick call? Blue Ridge. Sweet. Blue! Ridge! All good. Coming to you. Greco, still standing around with your thumb up your ass, I see. Well, you haven't changed. Always thinking of my ass. How you been, my brother? Everybody, this is Voodoo. Do anything this man tells you, unless, of course, he tells you to meet him in the whorehouse in Damascus. Well, that was your idea, if I recall. Probably. How have you been? I've been well. Yes, yes. I've heard. So you're the big man now, I understand. Well, nothing seems to last, does it, Greco? No, no. Including Bocek. He is no longer on our side. Przygotujcie się! If we move quickly, we can surprise him. What the fuck? Get down! Let's move. Watch it! IEDs are hitting in rubble. My men have marked them in pain. Avoid them. You hear that? Stay with me. Greco, strzelają do nas w plazie Narodów Zjednoczonych. Weź kaśkę, szukać swojego ciała. Robi się! Shit, I knew that was too easy.
cover me. Oche, this won't end up well for you. Now! Look left, top deck! All right. Let's move!
right here, Voodoo. Which way? Go right. On you, Grotto. This way. Down here. Grom doesn't like it. I think we're walking into something. You're good, Dingo. We're attracting all the attention up here. Good. No sign of the PE-10. Keep looking. Raise your hand. Not if we raise you first. Sorry. Those are our men. In the streets below. We got eyes on you. Head for the hockey rink and we'll link up. Roger. Sooner we're off the street, the better I'll feel. Contact! Who is here? I left! We have snipers in the building! Who do snipers in the buildings? We ain't got a shot from here! Dingo, get cover. We'll take him out. There, Voodoo. On the door. Hustle up. There's shit ducks down there. Thank you.
change. Cover me. Greco, what's the deal? Deal is the engineer's clothes, but he won't just give up. He'll fight to the end. Okay. Let's just make sure it's his end. It's not going to be ours, my friend. Hutchman! Dusty, Voodoo. Go ahead, Voodoo. Look, brother, we're deep into this now, and it's bigger than we thought. You get Bochick? No, not yet. But I'm worried we're chasing the wrong end. I mean, where the fuck is this stuff headed? It's covered. Tell me you got people working the other end of this, because this is no small-time operation. Just get boat check, Voodoo. I've got the other end covered. Check that. Raise him when we got him. Roger. Listen, bro. There's something I gotta do right now. Good copy. Make go out. Thank you.
Yeah. Clear. Lulu, which way? Left on me. I'll make it fast. I got movement! Give it up, Bochik! Jump, cover my six! He's on the move! Hurry! We're after Bochik! He's a capture, not a kill! Check! Outside, go! We got him! Hey, this is under attack! Moving left! Where's that fire coming from? Hold the wind! Fuck that! Keep pushing! We need Bochik! Watch your movement! He's freaked the whole place! Which way? He's on the right! Stop! Stay on Bochik! Bochik! Diego, I got you! Come on! Push through! Jak my cię z niego będziemy musieli wytargać, nie będziemy się cackać! Bochik, get the fuck out of the van! Okay, let's get him. Hands, 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 show me your hands! Jefferson! Poppy Phillips, set! Move the ones! Moving! Judy! Bracho! Come on, sit down! Hey! Push him in, see, Matthew! One more! One has to be for once!